классическим треугольником. And I'm amazed to come to Ukraine and see so many people using it. И мне очень приятно, я удивлен, приехав в Украину, что так много людей используют этот треугольник. So it was up to me to develop new variations of the triangle. Я решил разработать новые вариации треугольника. It's sort of marking your territory. Это как бы исследование новое, это как бы отметка о принадлежности мне этой территории. I have a lot of background in the field of modern contemporary art. У меня есть много опыта в области искусства. So when an artist like Pollock or Gorky or Rothko, и вот художники, которых я назвал только что, they come up with an image that's their own. Они обычно создают какой-то свой имидж, принадлежащий только им. They do all the variations of that image that they can think of. А потом создают множество вариаций этого имиджа, этого образа, все вариации, которые только могут прийти им в голову. So that nobody can copy them use their ideas. Чтобы все идеи уже были ими созданы, и никто не мог скопировать и присоединиться к этому, использовать их идеи. So the first idea that I came up with after the drama triangle. И первая идея, которая пришла мне в голову после драматического треугольника. I called the compassion triangle. Это треугольник сострадания, сочувствия. I always draw this as an equilateral triangle. Я всегда изображаю треугольники равнобедренными. Because the distance to switch from the different positions should be the same. Потому что расстояние для переключения из разных позиций должно быть одинаковым. And I always put the victim on the bottom because я всегда ставлю жертву внизу. Because that's where they usually wind up anyway. Потому что так оно обычно и бывает. But I was using the idea of the top dog and the bottom dog. Я использовал как бы идею верхней части, верхней двери, нижней двери. The idea of the compassion triangle is that when you're in the triangle, secretly you're all three roles at once. Идея, которая лежит в основе треугольника сочувствия, такова, что когда вы находитесь в треугольнике, то скрыто вы совмещаете в себе все три роли. I'm going to use the English letters here. Я буду здесь использовать английские буквы. Persecutor, rescuer, victim. Это соответствует преследователю, спасателю и жертве. Now the way that people originally use the drama triangle is to explain who's the victim and who's the rescuer in the games that are going on. Обычно люди используют драматический треугольник для того, чтобы объяснить в происходящей уже игре, кто является преследователем, кто является спасателем, кто жертвой. Usually it's in a dysfunctional family that many of the games are played and taught. Обычно это бывает дисфункциональная семья, в которой происходит много психологических игр. But the next step of the drama triangle, the compassion triangle, но переход от драматического треугольника к треугольнику сочувствия shows that if you really look at the reasons why the game are played, показывает, что если вы глубоко проанализируете причины, по которым играются игры, most people are interested in what the game is. Большинство людей интересуется тем, что такое сама психологическая игра. But they're not looking at why the game is played. Но они не рассматривают, почему происходят психологические игры. And it may be enough just to define what the roles are. И для них достаточно только определить роли. And how to get out of the game and quit playing those roles. И как выйти из игры и перестать играть эти роли. And avoiding the people who try to draw you into the triangle. И как не дать людям войти в этот драматический треугольник. But in the compassion triangle, но в треугольнике сочувствия, you begin to interpret different levels of the game. Вы начинаете интерпретировать разные уровни игры. Okay, so let's look at the rescuer. Давайте посмотрим на спасателя. Let's look at the codependent. The codependent you call the rescuer. Посмотрим на созависимого человека. Созависимый человек называется спасатель. But secretly, they're also a persecutor. Но тайно скрыто он является также и преследователем. Because they're as enablers, they're keeping the game going. Потому что своей ролью он не дает игре прекратиться. Он приводит к тому, что она продолжается. And also secretly, they're the victim also. И также скрыто в нем находится и жертва.
Because they can't very well get out of the game, even with the help of Al-Anon. Потому что он мог бы выйти из игры. Now let's look at another situation. Let's look at the identified patient in a say schizophrenic family. Давайте теперь рассмотрим такую ситуацию, как шизофреническая семья. You think that they're the victim? Вы думаете, что там есть жертва? But secretly they're also the rescuer. Но секретно, скрыто там находится также и спасатель. By being a lightning rod that keeps all the anger directed at them. Который выражает этот скрытый гнев, направленный на членов своей семьи. They're protecting their parents as rescuers to keep the parents from fighting with each other. Ребенок, который берет на себя роль спасателя, он мешает родителям, не дает им ссориться. Старается не дать им поссориться. And also the identified patient is also a persecutor. А также он совмещает в себе и роль преследователя. Because no matter how many times you take the person into therapy, потому что происходит так, что сколько бы этого человека не приводили на терапию, they keep raising the stakes of the game. Он все равно продолжает игру и даже повышает ее уровень. And then in the third example, let's look at the identified persecutor. И также мы можем рассмотреть преследователя. Let's think of a boss at work who's criticizing the employees. Давайте возьмем пример начальника на работе, который постоянно критикует своих подчиненных. But if you want new insight and new ways to work with the person. Но если вы посмотрите глубже на то, как он работает с людьми, you recognize that the boss is also a victim. Вы увидите, что начальник также является жертвой. Because the employee is not listening to him or her. Потому что подчиненные не слушаются его. The boss is going to look bad in everyone's eyes if he's criticizing people. И начальник знает, что если он критикует людей, то он будет плохо выглядеть в их глазах. And he also stands to lose his job, maybe, if the job doesn't produce. И он также боится потерять свою работу, если она не будет делаться должным образом. So then, of course, he's also the rescuer. А также он совмещает в себе роль спасателя. Because he's trying to teach the employee to do it right. Потому что он пытается научить подчиненных, как делать работу правильно. And he's trying to keep the job functional so that it produces what и пытается поддерживать работу, чтобы она делалась и все делалось правильно. So with the compassion triangle, it gives people another level of what to look for in trying to help people out of the triangle. То есть треугольник сочувствия дает людям другую перспективу, новый взгляд на то, что происходит, и на то, как можно помочь людям выйти из треугольника. Like if you think that somebody is a persecutor. Например, если кто-то является преследователем. Say in a domestic violence situation. Например, в ситуации домашнего семейного насилия. The man thinks that the wife is a isn't doing her job and is persecuting him. Мужчина думает, что жена не выполняет свои обязанности и преследует его. What could help him out of the triangle? Что могло бы помочь ему выйти из этого треугольника? Would be to appreciate that she's trying to be helpful. Это то, что он должен признать, что она старается быть полезной. But it's difficult when he's being so mean to her. Но это трудно, когда он так с ней плохо обращается. So if he gives appreciation, that helps. Если он оценит ее усилия, то это очень будет полезным и поможет ему. And if he gives sympathy. И также, если он проявит сочувствие. For how she's a victim to him. За то, как она зависима от него. It helps people see some other roles in the triangle. Этот треугольник помогает людям увидеть какие-то новые роли. So then he should take responsibility. Тогда он возьмет на себя ответственность. For his part in the game. За свою часть в игре. Another. Какого выхода из этой ситуации? So when the people are playing games, there's a lot of things that are going on inside their head that you don't know about. Когда люди играют в психологические игры, одновременно у них в голове происходят игры, о которых вы не знаете. So that's another level of the game if you want insight into in helping people out of games.
Это еще один уровень игры, который нужно рассматривать, если вы хотите помочь человеку выйти из психологических игр. Now, as I took it upon myself to develop new triangles, и таким образом я использовал это для того, чтобы создать новые треугольники. Many people say, "Don't make it too complicated, Steve." Многие люди говорят, Стив, не делай это слишком сложным. Leave it alone. Оставь треугольник в покое. They told the rebel child to leave it alone. Они говорят бунтующему ребенку, чтобы он оставил это в покое. So I drew more and more triangles. Я поэтому рисую еще и еще больше треугольников. Okay, inside a game. Внутри игры. I started admitting that these are actually energy corners. Я признал, что это являются углами концентрации энергии. Each one of these roles, this energy could be either used in a positive or negative way. В каждой из этих ролей есть энергия, которая может быть использована положительно или отрицательно. Just like in transactional analysis, ego states. Как состояние я в транзактном анализе. Say the critical parent can be used in a positive way. Например, критического родителя можно использовать положительным образом. Which is to be a strong leader and give solid advice to people. То есть в качестве сильного лидера, который дает ценные советы людям. Or it could be used in a negative way. А также его можно использовать негативно. Which is to be so critical that people lose hope in themselves and their world. То есть быть таким критичным, что люди начнут терять уверенность в себе. Likewise, the negative rescuer. Также негативный спасатель. Could be in self-denial. Может быть. Self-denial. Может заниматься самоотречением, отрекаться от самого себя. Let me go back to the persecutor. Вернемся ненадолго к преследователю. Internally, the negative persecutor. Если мы возьмем отрицательного, негативного преследователя. Is self-defeating. То он защищает себя. And the positive side of the inner aggressor. А положительная сторона агрессора, преследователя. Is self-empowerment. Это самоподкрепление, придание себе силы. Okay, the negative side of the internal rescuer. Негативная сторона внутреннего спасателя. Is self-denial. Это самоотречение, отказ от себя. Or self-delusion. Или самообман, можно сказать. Or you pretend you're not in the game, or you don't have any issues. Или вы притворяетесь, что вы не в игре, и притворяетесь, что у вас нет никаких проблем. Now the positive rescuer internally. Положительный внутренний спасатель. Is self-love. Это любовь к себе. The negative victim internally. Негативная жертва внутренняя. Is self-pity. Это жалость к себе. And the positive victim energy. А положительная энергия жертвы. Is self-acceptance. Это принятие себя. Okay, so now I've gotten the triangle complicated. И теперь, когда я завершил этот треугольник. Because I've introduced the idea that these corners have a positive and a negative side. То есть я использовал идею о том, что в каждом углу заключается и положительное, и отрицательное. And this also applies to the game socially, externally. И когда эта игра проигрывается внешне, то есть открыто в обществе социально. So when you're dealing with people, which is the outside of the triangle. Когда вы общаетесь с людьми, которые находятся вне треугольника. The positive energy of the aggressor would be someone who's potent and powerful and a leader. Положительная энергия агрессора это будет кто-то, кто является сильным, уверенным в себе лидером. And the positive rescuer would be someone who's helpful to other people. И положительный спасатель это тот, кто помогает другим людям. But not in the game. If it's the positive side of the triangle, you're not in the game anymore. Но если мы используем положительные стороны этих ролей, то мы уже не находимся в игре. It's one of the ways out of the game is to switch the energy from the negative to the positive. Это и является выходом из игры, переключить энергию из негативной ее части в позитивную. And the positive victim energy is to be vulnerable and open with people.
А положительная часть жертвы – это быть уязвимым и быть открытым с людьми. Now, if you don't think the triangle is complicated enough, wait a little.